Здравствуйте, мои уважаемые зрители, зрители моего канала, мальчишки, девчонки, а также их родители, бабушки, дедушки и просто случайные зрители. Сегодня у нас на обзоре фиксики. Ах, я же не представился. Меня зовут Коус. Я рад приветствовать вас на моем канале Play to the Игрушки. Ну что же, давайте вернемся к обзору. Мини-фигурки выпускаются под брендом LEBQ. Возраст от 6 до 12 лет. Собрать нужно всех героев этого материала. Раз, два, три, четыре. Ну, тут почему-то нарисовано 8. Не знаю почему. Но судя по картинке, они особо не отличаются. Отличаются лишь теми инструментами, которые держат в руках. Ни больше, ни меньше. Что здесь еще по упаковке? Ну, то, что это самые последние и самые популярные. Куда же? Как же без этого? Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри. А вот и нолик. Самый, по-моему, такой прикольный персонаж этого мультфильма. Не знаю, чем-то мне нравится. Может быть, потому что он тоже мальчик. И тоже у него есть сестра старшая. Как и у меня. Хи-хи. Так, ну давайте не будем отвлекаться. Открываем. Собираем. Ух, какая причесочка у фиксика. Даже не знаю, у фиксика нолика. Очень такая мощная у него голова. Давайте соберем. Так, руки, ноги, все на месте. По комплектации у нас полный порядок. Есть и руки, и есть и ноги, и все есть. Хи-хи. Хо-хо. Так. Какой-то непонятный инструментарий у него. Что-то типа пистолетов. Так, такие вот декорации. Ну что ж, смотрим. Ну, мордочка, конечно, у него не похожа. Принты такие, конечно, слабенькие. Просто улыбка и два глазика в виде черных точек. Полного сходства, конечно же, нет с героем. Да? Что-то не похож. Ну да ладно. Что есть, то есть. Так вот он выглядит в полной сборке.
Да, и стоимость 60 рублей этой фигурки. Если я не сказал, вот, озвучу вам цену. Такая вот фигурка. На этом обзор закончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем любви и счастья. Пока!